Так, ничего, всем привет. Тестируем артиллерию. Хочу узнать, насколько реально эффективно будет выглядеть БМК 24. Давайте смотреть. Работаю стеком полным. Вернее, полной картой. Первое. БМ-24 Катюша 50 поинтов. Фугас 8. Скорострельность не имеет значения. Минимальная дальность 2500 метров, максимальная дальность 12000 метров. Второй слот. БМ-21 Град. Фугас 7. Фугас 8. Здесь фугас 7 на единицу меньше. Минимальная дальность 3500. Максимальная дальность 17. 17,5 примерно. РМ-70. Фугас 7, скорострельность высокая. Дальность минимальная 3,5, так же как у Града. Максимальная 16-17,5 тысяч. Аналог Града по факту. Ураган. Стоимость 140, минимальная дальность 7700. Еще раз смотрим. 7000, максимальная дальность непонятно. 24 либо больше километров. Сейчас здесь представлены пехотинцы, дешевые машины, транспорты за 5 поинтов, недорогие танки. Что еще? Что еще? 240 БМ-24, 240 миллиметров, 12 снарядов. Град 122 миллиметра, 40 снарядов. РМ-ка 122 на 40, но она отстреливает там по 20 или что-то около того. И здесь 220, 16. Ну что ж, поехали смотреть эффективность карты, эффективность стека. Заодно, если вам там не лень, засекайте вред, сколько это будет по времени занимать. Зарядка. Да, с небольшим разбросом. Катюша уже сейчас начнут стрелять. Заряжаем град. Далее по третьей группе РМ-70. И по четвертой группе будем бить градом. Потрясающая эффективность, Катюш. Смели все, что увидели. Не понял. РМ-70 отстрелилась. Вернее, засвелась и отстрелялась гораздо быстрее, чем БМ-21. Гораздо быстрее, чем БМ-21. Что ж, теперь смотрим, как быстро это все перезарядится. Вертолеты можно снимать. Итого, эффективность налицо. 6 Катюш, 300 поинтов суммарно. Уничтожено все. Не имеет значения, было это погружено, не было погружено. На втором месте по нанесенному урону Грады. Дальность, с которого ввелся огонь, 4,5-5 тысяч метров. Здесь также 4,5-5 тысяч метров. Здесь то же самое было. Наименее эффективная РМ-70, но скорость сведения вне конкуренции абсолютно. БМ-24. Готова ли она для отстрела? Практически уже заряжена. Потрясающая абсолютно скорость сведения. Вернее, перезарядки. БМ-21 меньше, чем наполовину. И РМ-ка уже сейчас будет стрелять. Так.
Засекаем. 20 ракет в залпе. Обращая внимание, БМК 24 стреляла раньше всех. РМК позже, но она быстрее перезарядилась. Ураган наполовину, БМ-21, град даже еще дольше, чем ураган, перезаряжается по факту. РМ-70 уже наполовину перезаряженная снова. Кстати, наименьший эффект, да и по урону РМ-70, и наименьший эффект это град. Причем град предположительно промазал. Давайте еще один залп дадим. По той же самой позиции. Ладно, так закончится. Я вернусь, как только РМ пошла. Как только перезарядится ураган. Прошло буквально секунд 20 с того момента, как я вырубился. Град до сих пор не отстрелялся. Ураган уже готов. Фиксируем результативность залпа. Еще раз. Вот второй гораздо был более точный, гораздо более результативный. Хотя с картой БМК 24 ничто не может сравниться по-прежнему. Ну что ж, я думаю, это интересное наблюдение. На этом все. А вы что думали?